Пять медалей привезли в округ ненецкие многоборцы. В Дудинке и Норильске состоялись чемпионаты первенства России по северному многоборью. Участие в нем приняли 10 сильнейших команд. Всего 130 участников. Ненецкий округ представили 4 взрослых спортсменов и 1 юниор. Спортсмены состязались в метании тензея на хорей, тройном национальном прыжке, беге с палкой по пересеченной местности, метании топора на дальность и прыжках через нарты. Несмотря на возникшие трудности, тренер команды Алексей Коткин оценивает выступление ребят как успешное. Из молодых наших спортсменов неплохо выступил Коко Константин, который попал в семерку сильнейших спортсменов России в многоборье. Скажу, что, конечно, не обошлось без трудностей. У нас один участник из-за погоды опоздал вместо соревнований. А к тому же, как видите, значит, некоторые ребята заболели и простыли, потому что там условия довольно-таки жесткие в этой области. Но, тем не менее, я оцениваю наше выступление как успешно. Все же 5 призовых медалей, они другие являются. Яна Осичева занимается многоборьем уже 12 лет. За это время она стала мастером спорта по северному многоборью. В метании тензея на хорей и беге с палкой она показала лучший результат среди 22 женщин. Свое выступление считаю 50 на 50. То есть не все получилось, все, что запланировали, но то, что 2, можно сказать так, призовых места, неожиданно было. Особенно в тензее на хорей вообще не ожидала такого. Также в метании тензея среди женщин серебро завоевала Мария Карпатина из Ненецкого округа. В дисциплине бег с палкой вторым стал Роман Латышев. Бронзу завоевал его коллега по команде Антон Латышев. Помимо традиционных наград, спортсмены получили призы от главы города Дудинки и ценные подарки. Александр Бобрикович, Владислав Носкин, телеканал «Север».